Для того, чтобы бить сильно, нужны взрывные сильные ноги. И есть одно замечательное упражнение, которое было разработано еще для советской сборной, для сборной по легкой атлетике. Через какое-то время эти упражнения, это были прыжки в глубину, заметили американцы и двинули это направление у себя в Штатах. Оно получило общее название плиометрика. Смысл здесь такой, что при касании с землей стопа делает максимально короткое время соприкосновения. То есть вот вы прыгнули и сразу отпрыгиваете, да? Сразу поднимаетесь. Но по сути как удар, да, идет там. Вот удар раз, и нам нужно взорваться, чтобы этот импульс дать, да, и бить уже, и бить отсюда. Для этого выполняется простое упражнение прыжки в глубину. Только внимание, да, к этому упражнению нужно быть готовым. То есть изначально у вас должны быть развиты связки, разработаны голеностоп, чтобы не травмировать ни в коем случае ноги. Сейчас прыгаем, пробуем. Прыгаем вниз и сразу же выпрыгиваем. То же самое запрыгивание на высоту с максимально коротким временем нахождения соприкосновения с поверхностью. При выполнении этого упражнения идет нагрузка на позвоночник, поэтому тоже будьте внимательны. Здесь можно добавить в комплексе, когда вы, например, поднимаетесь по лестнице в многоэтажном доме, вы также набегаете по лестнице с ударами, то есть вот пошли наверх. Раз, два. И добавляйте удары. Прям забегайте с ударом левой. Та-та-та-та. Вверх по лестнице. И так, например, спускаетесь тоже. Раз, два, раз, два. В этот момент у вас нарабатывается нужная координация. То есть ноги работают отдельно от рук. Если ногами вы часто двигаете, то руками вы можете сделать два удара. Если наоборот, ну, ноги работают в своем ритме, руками вы делаете 4, 5, 6 ударов, там бам-бам-бам-бам-бам-бам, спускаясь по лестнице. Это упражнение, кстати, описано в книжке про американского боксера Джейсон остается в России. Всем хороших тренировок, спасибо.